Друзья, мы подъехали в Starbucks Coffee Shop, заказываем. Hey, Risa, can we get two venti Americanos, both black, just nothing in it? Two venti black Americanos, absolutely. Anything else? That's all. Oh, cool. We'll see you up here. Thank you. Да, мы заказали два кофе. Я что-то пристрастился к кофе. Но вот сейчас мы будем им свидетельствовать. Мы специально, я всегда избираю Starbucks Coffee в отличие от других, потому что это действительно гомосексуальное кафе. Как бы хозяева гомосексуалисты и работники в основном гомосексуалисты. Но мы им... Да, Семен. Но мы специально хотим им свидетельствовать, потому что по-другому мы не сможем иметь с ними контакт. Я тоже так, Gospel Tracks были. Сейчас вот здесь Сергей, он скажет, я сижу просто на втором сиденье, но Сергей сегодня поможет и засвидетельствует. После того, как они уже дадут тебе кофе, хорошо? Okay. Ты не отъезжай, Семен. Они дали, и не отъезжай. И он с ними напомнит 3.16 и продолжит брошюрки. Не отъезжать, пока не возьмут, правильно? Нет. Если она скажет, нет, отъезжай, но не отъезжай, чтобы он, пускай он закончит свидетельство и предложит. А там дальше уже смотришь. Говорит, нет, едем дальше. Если берет, значит берет, и едем тоже дальше. Ну, тогда мы и кофе вернем, если она не возьмет. Нет, кофе я попью. И Сергей попьет. Я просто кофе не пью. Так, друзья, кредитка нужна вам? Не. Вот. Это я благословение мне. Благословение тебе? В смысле? Ну, как-то надо, чтобы... Я знал, что они поддерживают гомосексуалистов, но я не знал, что у них хозяева гомосексуалистов. А Starbucks Coffee Shop? Они все LGBT. Они все LGBT. Все вот эти корпорации очень сильные. Вообще, я тебе хочу сказать, что среди этих очень богатых людей, да, по миру, это не только американцы, вот такие известные корпорации, они все гомики, очень многие. То есть меня могут спросить, я прошу прощения, свечку ты держал? Нет, не держал, но это так есть. Оно так, оно есть. Потому что в грехах это... Ну, многие скрывают, но это такой грех, что интересно, что вот Бог попускает, как в Римлянам написано первая глава, то есть они не воздают хвалу Богу, понимаешь, и Бог просто отходит, и так они во грехах. И еще вот этот грех тоже входит в их жизнь. Знаешь, уже заняться им нечего, вот это остается только вот единственное у них. Hello. Серега, в следующий раз тогда уже, к буфет когда пойдем. Ну что, сейчас им давай? Я могу? Не, все нормально, держи. И возьми напкин. И дай мне. Мы ее не видим. Ты дай ей две, скажи, пускай даже про... вот так. Я просто не хочу, чтобы она видела, что мы ее снимаем. Да, закрой окно. Да, нормально. Отсюда она не увидит, правда? Там немножко мы видим ее. Ты сперва напомни ей, скажи, что у тебя есть для нее радостная вещь по-английски. I have wonderful news for you. I want to share. Have you heard it? She's probably going to respond. What? Say that God so loved this world and just like say the John 3:16, all right? And say I have something to give it to you. It's from Bible. Это не то. То, что я отложил на узбекском языке, по-моему. Но я потом посмотрю на таджикском. То, что мы заказали. Я с собой заберу уже. Hi, I have some wonderful news for you. You know what it is? What's up? For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. You're absolutely Do you believe that? I have two little tablets for you. That's for you. Oh, thank you so much. Thank you. God bless. Bless you. No. Сергей, you did so great. Я хочу просто не то, что похвалить Сергея, он сделал, слава Богу, благословенно, с вдохновением, воодушевлением. Благослови тебя, Бог. Вот так мы, братья и сестры, подъезжаем к разным таким окошечкам. Я думаю, что многие, которые знают, когда мы в церквях, мы такие примеры приводим. Почему? Потому что говорим, что многие, ну, которые оправдываются, говорят, ну, вот мы не можем найти ходить время, выходить на улицу. Но все мы можем очень вкусно покушать, да, очень любим покушать. Даже вот так, кофе попить.
И вот так через окошечко тоже служение. Благослови Господь и эту женщину. Все.